Поздравляю каждого, кто трудится в поле на Воронежской земле. Наши аграрии собрали первый 1 000 000 тонн зерна в этом году. Благодаря их труду регион по-прежнему остается в лидерах и с каждым годом усиливает свои позиции. Такими словами Александр Гусев в своем телеграм-канале поздравил работников сельхозпредприятий, занятых на уборке урожая. Намолочено 1 033 000 тонн зерна при средней урожайности 44,2 центнера с гектара. Областные власти рассчитывают, что валовой сбор зерна будет более 5 миллионов тонн. Самая высокая урожайность достигнута в Лискинском, Хохольском, Панинском, Острогожском и Бутурлиновском районах. Валерий Бобкин, 41 канал.